Доброе утро, уважаемые наши жители прекрасной республики Карачаево-Черкесии. Всем желаю доброго утра, хорошего настроения, позитивного, такого крепкого здоровья вам. С вами я, Алибек Хапаев. И сегодня тоже я вам покажу утреннюю нашу разминочку ежедневную. И надеюсь, то, что вы тоже вместе со мной делаете эту разминочку. Ну, начнем с того, что мы будем сейчас крутить голову и будем разминать нашу шею. Ноги ставим на ширине плеч. Руки по желанию можно ставить на бедра. Можно просто отпустить. Сперва крутим шею в одну сторону. Потом в другую. Друзья, я вам скажу, но по желанию шею крутить 10-15 раз. Но если вы начинаете крутить, и у вас моментами начинает кружиться голова, вы можете прокрутить 3-5 раза. Сперва в одну сторону, потом в другую. И через секунд 30 опять же прокрутить его 3-5 раза. То есть можно это делать сперва, сделав 5 раз, потом еще раз. Два подхода. И после того, как мы уже покрутили шею, мы аккуратненько спускаемся к рукам. Начинаем с плеч. Можно начать с кистей. Но мы будем начинать с кистей. Потому что вот, ну, даже не с кистей, а с кончиков пальца. Вот, начинаем разминать на пальцы. И после этого мы плавно переходим к кистям и начинаем крутить кисти. Крутим кисти в одну сторону. Потом в другую сторону. Вот. Если у вас не получается, держав за руку, крутить кисти, вы можете просто взять руку вот так, кисть, и потихонечку подвигать это рукой, чтобы у вас кисти нормально разминулись и вы чувствовали комфорт. Главное в утренней зарядке, чтобы она, зарядка, сама вам нравилась, чтобы вы могли расслабиться, что вы могли спокойно вот буквально минут 10-15 уделить для себя. И после того, как мы уже разминули кисти, переходим к локтям и начинаем крутить локти. Сперва во внутреннюю сторону 10-15 раз, потом во внешнюю сторону также 10-15 раз. После того, как мы покрутили, мы можем чуть-чуть выпрямить, согнуть, чтобы наши локти нормально разминулись, чтобы мышцы согрелись. И после того, как мы уже чувствуем то, что у нас руки чуть согреваются, мы можем уже крутить наши плечи, начать с плеч. Начинаем крутить. Можно покрутить сперва две руки вперед, потом назад, также 10-15 раз крутим руки. А потом крутим одну руку вперед, 5 раз, потом назад, крутим также 5 раз. Потом вторую руку крутим также 5 раз вперед, а потом назад. Вот. Покрутили плечи, все, руки мы чуть-чуть согрели. После чего мы стоим, ноги на ширине плеч, спина прямая, грудь вперед. И начинаем крутить, поднимать по кругу плечи. Сперва в одну сторону 5 раз, потом в другую сторону тоже 5 раз. И после того, как мы уже чувствуем то, что наши руки уже согрелись, мышцы уже начали работать, начали слушать, они проснулись уже, мы спускаемся уже к спине, к пояснице. Руки ставим на поясницу, ноги на ширине плеч и начинаем крутить спину. Раз, два. И так мы продолжаем, делаем 15-20 раз в одну сторону и 15-20 раз в другую сторону. Так как я уже ранее говорил, уважаемые зрители, если у вас что-то тревожит, вы можете делать это по 5 разов, но спустя 30 секунд отдохнув, вы можете это еще раз повторить. То есть его не обязательно делать 15-20 раз. Если чувствуете дискомфорт, лучше отдохните, а потом спокойно еще заново еще один подходик сделайте. Вот, мы покрутили чуть-чуть спину, чуть согрелась поясница, и после этого мы начинаем уже делать наклончики. Также ноги на ширине плеч, чувствуете себя расслабленно, грудь вперед,
чтобы никакой такой стойки у вас не было, надо держать ровную стойку, грудь вперед, плечи отпущены. И делаем уже наклоны в сторону. Наклоны делаются вот раз, два. И так делаем раза в 10-15. Как вы будете, как у вас самочувствие позволит, как вы будете себя чувствовать. После того, как делали наклоны в разную сторону, делаем наклоны теперь вперед. Ноги ставим чуть в ширине плеч и делаем упражнение. Наклон вперед. То есть спина у вас должна быть прямая. Вам не надо там гнуться или как-то делать все по-другому. Нет, расслаблены на стойке, грудь вперед и делайте прямые наклоны. Раз, два. Видите? Колени не сгибаются, я не делаю такие вещи. Колени тоже прямые. Спина прямая, работает чисто спина. Вперед наклоны поделали. Потом разные стороны. Ногу сделали. И на левую ногу сделали наклончики. Потом еще вперед сделали. И так тоже желательно раза в 10 сделать. Мы уже чувствуем себя намного лучше, чем начинали. И после этого мы потихонечку спустимся уже к коленям. Также делаем упражнения с коленями. В первую очередь мы делаем приседания. Раз, два, три, четыре, пять. Но желательно делать 10-15 раз. И после того, как мы сделали приседания, уже мышцы ощутили то, что к ним им надо уже проснуться, мы делаем уже круговые движения. Сперва вовнутрь, тоже 10-15 раз желательно делать, а потом изнутри, тоже 10-15 раз. Вот. Мы чувствуем то, что наши ноги тоже почувствовали уже нагрузку, ноги тоже проснулись. И после этого мы уже плавненько спускаемся к голеностопам и крутим наши голеностопы, чтобы ни в коем случае, чтобы, не знаю, там, неаккуратно побегали или что-то сделали, и вы повредили голеностоп. Нет, не должно быть так. Покрутили голеностоп, согрели мышцы. Вот. Вторую ногу тоже так же. И в одну сторону, и в другую тоже. Вот. И мы полную зарядочку вроде как бы сделали, да? Чувствуем себя отлично. На этом мы заканчиваем нашу утреннюю зарядочку. Всем желаю позитива, крепкого здоровья и хорошего настроения. Удачи вам всем. Спасибо.